Всем здравствуйте! Пошел уже третий месяц с тех пор, как от острого инфаркта ушел из жизни Юрий Шатунов. На днях выяснилось, что у кумира миллионов есть двоюродный брат по матери, с которым Юрий тепло общался и всячески помогал. Для Александра новость о потере брата стала неожиданной. Последний раз с родственником он встречался в феврале, и тот на здоровье совсем не жаловался. С супругой Шатунова мужчина не поддерживал отношения и не знал, чем она занимается и как живет. Тем не менее, родственник беспокоится о жене брата. Связь поддерживает через концертного директора музыканта Аркадия Кудряшова. «Я позвонил Аркадию, спросил, как там Света, он говорит, очень плохо. Дети более или менее, а Свете плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно», – поведал мужчина. Отметим, что за все это время супруга Юрия Шатунова не дала ни одного комментария о муже. Женщина не идет на контакт с журналистами. А вот Андрей Разин до сих пор не может успокоиться и продолжает обвинять в случившемся директора Шатунова. «Считаю, что это все было спланировано. Юру заставляли работать на износ. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он 6 лет курит, что у него порок сердца, из-за чего его и в армию не взяли. И я сказал, что его организм не выдержит. Я считаю, что они просто уничтожили человека», – заявил Разин. Отметим, что, судя по комментариям в публичном пространстве, своими высказываниями Андрей Александрович только настраивает против себя еще больше людей. Напомним, что 6 сентября Юрию Васильевичу исполнилось бы 49 лет. По этому поводу были запланированы памятные вечера, но директор певца отказался участвовать в акциях памяти. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!